Всем привет! С вами Базин, друзья. Короче говоря, с вами Базон, друзья. Так. И сегодня мы будем играть в FIFA 15 Ultimate Team. Да, сегодня у нас не просто FIFA 15 Ultimate Team, а у нас One Up. На, и Барба. Сейчас я вам покажу. Это не так. У меня много команд. Да иди нафиг. У меня много команд. Управление составами. Вот, One Up и Барба. Выбор состава. Да. Закрыть. Блин, почему только... Мне, наконец... Вот, One Up и Барба. Там замен нету. Тренера нету. Давайте сейчас я быстренько просто все в заменах сделаю. Ну все, вот такие вот у меня замены. Извините. В суть этого One-Up'а в чем? Сколько забивает и Барба, столько мы меняем игроков на рарную бронзу. На рарную бронзу. На рарную бронзу. Потом, сколько, ну, в смысле, поменяем всю команду. Потом мы меняем на нерарное серебро. Сколько и Барба забьет, столько. И надо опять всю команду. Когда всю команду сделаем, меняем на рарное серебро. Когда вся команда будет рарной, серебряной, ну и вы поняли, так до золотого рарного. До золотого рарного я сделаю как-нибудь вот так вот свою камеру играть. Буду я, наверное, играть в сезонах онлайн. Дивизион 4. Играю, закрыть. Вот так вот. Соединение. Ну что, ждем. Не дождемся. Давай. Давай, быстро. О! Что за команда, интересно? Смотрим. Я тебя понял, парень. Французская лига, ребят. Это Лига 1, французская лига, вы понимаете? Короче, так сказать, ФПЛочка. И он разводит. А мы разводим. Я даже не знаю, как мы... А, сейчас я уберу ассистив, точно так думаю. Морган. Блин, а что у нас... И Барби. Блин. Ой, извините, я своим пальцем вам загородил. Простите. Но знаете, это не лагает не из-за моего iPad. Видите, надо посмотреть на соединение. Вот. Это из-за соединения. Тайлер. Пас. Делай. Давай. Тайлер. Пас. Барбо! А, вон Барба. Ай-яй-яй-яй, нападаем. Ай. И еще раз пас. Да куда ты даешь пас вообще? Блин, да не думай, что у меня будет. Давай касание, ебать. Ой, тварь какая-то, не дает. Так вот, в угол, а самому мне надо сесть поудобнее. Кого? А, у меня ночь. Да что вы пиздите друг другу, они пиздят друг друга.
Морган. Ой, мне кажется, в этом матче будет ничья. Хотя, все, мне капец, он побежал. Все, мне капец. Лелан. Вон Барба. Это и Барба же? Это и Барба. И Барба. Таким красивым. Вот и Барба. Ладно, все равно. Планка, вы это понимаете? Это чертова планка. Ой, ой, сейчас перекинет. Что он делает? Вы просто видели, что он сделал? Что он только что сделал? Вот, я на него и пас дам. Давай, пас. Да ты, вратарь, бери. Тайлер. И давай на него пас. Все. Все. У меня эмблема Реала. И форма Реала. Не, у меня вообще есть Лига BBVA, но не полный Реал, конечно. Но есть. Ой, фа себе. Уи. Лоренс. И Барбо. Ну, блин, не прошел пас на Моргана. А дебат. И давай, Лоренс. Красава, Лоренс перехватил. Вон и Барбо. Ладно. Ну тут самое главное забить. Как такими игроками вообще играть? Я не знаю, ребят, мне... Зачем ты подкатила? Я не понимаю, я не понимаю. Нет. Нет. Пас. Пас. Да ну блин, пас. А что вы делаете? Лелах, забирай. Нет. Давай, 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 давай. Все, это гол, ребят. Это будет гол. О, не было. Спасибо, защита. Обожаю вас. Блин, теперь он выбил. Не переходите так просто. Вон там и Барба, я вижу. Блин, ухватили. Ну, тут я знаю, что он заберет. Что он сделал мой защитник? Что сделал мой защитник? Пас. И... Давай, 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 давай. Бежал. Ну, конечно, это... Вон и Барба. Ты и Барба же. Блин, забрали. Лоренс. Кто ты бежишь? Давай, Симпсон. Симпсон. Он пас отдаст. Там офсайд. Я так и знал. Лелан. Где вон Барба? Блин. Барба. Да ну блин. Я на и Барба опаздывала вообще-то. О, блин, офсайд. Если бы сейчас не было офсайда, я бы обвел парочку игроков и вратаря и заберу гол. Это, кстати, Барба. Это же не Барба? А, нет, вон и Барба. Вон. Вон и Барба. Ну вы задумали, я же пас давал. О, хорош, перехватил, но не догнал. Блин, Симпсон. А, это у него Симпсон или у меня Симпсон? Вон и Барба. Дай пас на и Барбу. На Бурн, пас на Моргана. Давай тут на и Барбу. А, это ничья, ребят, это ничья жесткая. Все, это ничья.
вообще не рады своей команде. Ничего вообще не сделали. В принципе, да, каждый раз по одному матчу, как видите, у меня выбило. И сейчас, раз очки не дадут, я буду в афигах. Угу. Всем спасибо, кто посмотрел мое видео. Всем удачи, ребят. Всем желаю пока.